Добрый день! Вы на канале у Валентины. Сегодня я буду готовить тыквенный сок с яблоками на зиму. Кто желает посмотреть, как я буду его готовить, welcome ко мне на кухню. Сегодня будем готовить сок из тыквы и яблок. Смотрите, какая у меня тыква огромная на столе. Вот она. Она называется мускатная, именно для соков. И яблочки осенние, кисло-сладкие. Для приготовления сока из тыквы нужно на 1 кг тыквы 1 или 1,5 литра воды, 0,5 кг яблок, 150 грамм сахара и 1,5 столовой ложки лимонного сока. Если нет лимонного сока, можно добавить лимонной кислоты. Смотрите, какая тыква. Семечек внутри совсем мало. Одна вот мякоть, как видите, да? Вот эта и тыква предназначена именно для соков. Сейчас мы вытащим семечки, покрошим кусочками и будем дальше делать. Порезали мы тыкву кубиками и добавляем теперь на каждую кастрюлю по стакану воды. Ставим на огонь до закипания. Тыква наша закипела, вот как видите. Добавляем яблоки. Огонь до самого минимума ставим и накрываем крышкой. И томим мы вот это до помещения нашей тыквы с яблоками. Смотрите, какой он густой у нас получился с мякотью. Красивый, полезный. А зимой, как откроешь баночку, какая-то вкуснота, вкус осени. Оставшиеся кусочки тыквы мы его заворачиваем в пленку пищевую, и они будут долго храниться. Мы с этой тыквой будем варить каши. Очень вкусные и полезные. Вот такие вот кусочки я замораживаю в морозильной камере. А зимой варю из них каши.